Ну вот мы и в Бременхавене вышли буквально на пару часиков прогуляться. Особо нечего показывать. Пойдем туда, зайдем. Thank you. This is a complete artwork, this room. Ah, this one room is complete? Yes, from this artist, he's called, she made this complete for the art club. The walls have no painting. В общем, идея такая, что вся эта комната – это арт-инсталляция. Комментировать сложно. Не, пошли в другую комнату. Попали мы в арт-музей современного искусства, то есть где ты заходишь в комнату и такой, где уже стоят все эти инсталляции. Причем это инсталляции, объяснить, что это, сложно объяснить. Вот так выглядит вторая комната. Что хотел он сказать этими линиями? Слушай, оно выглядит как 3D, очень круто. Мы заплатили по 1 евро, это буквально совершенно недорого для музея современного искусства. Не все по магазинам ходить, надо посмотреть. А вот, пожалуйста, картина. Хватит делать селфи на фоне старых картин. Что хотел сказать художник? Вот смотри, опять. То ли это так надо? Рубашка с портретиком. Есть такие вещи, которые прямо тяжело понять. Как бы у меня был дома ковер, кусок, наверное, сгнил. Получилась инсталляция. Ну вот это прям, не знаю, это прямо провокация. Моя бывшая. Нижняя – это моя настоящая. Вот. Кто знает немецкий, может прочитать. Это вот такие вот цепи с грузиками от старых часов с кукушкой. Женщина с одной ногой. Вот нога. Хрень какая-то. Голая статуя. Вот просто завалялась проволока. Вот пародия. Черный квадрат, только черный круг. По сути, вся идея этого музея — это налепить всякую непонятную хрень. Догадывайтесь сами. Ну, третий этаж нас удивит. О, это просто жир. Это просто картонная коробка смятая, покрашенная. Это просто, это идеально. У нас стюарт такие выкидывает каждый день. Он бы уже разбогател. Я еще нашел, смотри, арт-объект. Или это туалет? Это как в фильме. О чем говорят мужчины? Туалет не работает. А, да-да-да. Вот сейчас и хрен пойми, видишь, нету вывески. Ты причем заметил, они приоткрыли дверь, как бы, догадывайтесь сами. Я устал. Все, я захожу в последнюю комнату и тихонечко офигеваю. Сначала было интересно, а потом понимаю, что дурность какая-то есть. Вот это, кстати, это старые карты. О, это, кстати, по-моему, очень крутые старые карты, но они просто размалеваны краской. Это старые карты 1930 года. И они забиты просто краской. Гениально. Погуляем немного по городу, надо. Надо походить, помолчать и все это переварить в себе. И никому на суде не рассказывать, где мы были. Вход многообещающий был. Thank you very much. Famous not only in Germany, it's all international. He's the most expensive living artist in the world, Gerhard Richter. You know this too. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you. Bye. Не, дядьки прикольные. Говорю, вы к этому руку приложили? Не, мы только деньги собираем, нам вообще до этого музея. Не, ну как оказалось, что... Вот, кстати, вот так со стороны он выглядит очень интересно.
На самом деле ее называется Kunstmuseum. Что я хотел сказать? Взяли мы в этом музее, посмотрели каких-то очень известных арт-дизайнеры, да, просто мирового уровня. Просто думал, там местные. Я думал, Kunstmuseum. Я думал, местные, и мне все показалось фигней. Вот если бы не изначально нам сказали, что, ребята, здесь мировые звезды, то мы бы ходили бы вот так вот. Вау! Да, ну это такое самовнушение, что если кто-то известный человек, то это просто нереально круто. Вот такой вот Бремер. Тихий, спокойный, людей нет. Не знаю, почему здесь девушка на носу корабля. Немного вечереет, и сразу стало очень, даже не очень, стало холодно. Шли, ему было жарко. Температура так резко упала на градусов до 16. О, рынок, клубничка. У нас дома тоже клубничка. Показать-то нечего. В прошлый раз я был в Эмдене. Но Эмден мне больше понравился. Ну, здесь тоже мило по-европейски. Людей мало. Да, тоже опять часовенько там стоит. Классическая Европа, мне кажется. Дедушка просил холодненькую, да, правильно? Одну. Решил я все-таки добить второй день в Бремерхавене. И агент подсказал очень какой-то классный музей. Но с виду уже впечатляет. Понимаю, мне сейчас в эту прозрачную кишку надо будет подняться. What time start? 5 минут. Ничего не понятно. В общем, сам музей называется Восьмой Меридиан. В чем смысл этого музея? Вот Восьмой Меридиан. И мы сейчас находимся вот здесь вот, в Бремерхафен. Весь этот музей — это путешествие по этому восьмому меридиану, который проходит через разные широты. Соответственно, мы побываем и Сахара, и Сардиния сейчас были, и Аляска. Так, это что? Самоа. И в Антарктике. И Камерун, Канак. Очень круто. И все это путешествие в реале составило бы 40 тысяч километров. Мы это сделаем за один километр и час, два, три. Только не... Почему здесь задница, а здесь голова? Это же альпийское молоко. Ну, хоть бы газет напихали. Потом здесь представлены то ли земля. Ну да, это похоже на землю. Дебилизм. А это понимаю, это колокольчики, которые носят коровы. Ну, из них сделали какие-то музыкальные инструменты. Не хватает только вот этого. Так. Двадцаточка. Паучок. Зато понятно, чем их кормят. Кузнечиками или саранчой, потому что они здесь везде, это саранча. Вот он. Насекомая палка. Ой, ты боже мой. Опа, услышала. Почувствуй себя муравьем. Choose a well for humidity. Castro Proxent. Что-то там, короче, Касабланка старт. Я нажал. Почему я вижу других людей? Что это за извращение? Почему я вижу чужих людей, других людей, которые находятся в других комнатах? Опа.
такая деревушка Сардиния. Кажется, до меня немного дошла. Вернулся в свой пост управления. Вот там стоит камера. Касабланка. Так, а как ее выбрать? Что-то надо нажать, короче. И что-то должно произойти. Точняк, точняк, точняк. Я пошел. Ты заходишь в банку, нажимаешь старт. Сардиния, где была жара. Попадаешь. О, вот сейчас я чувствую ветер. Вот почему здесь белье висит. А здесь опять ничего. Путешествие начинается в Сахару. Ушел от моря, вернулся к морю. И ты уже едешь по пескам. И мы прибываем. Знакомые все лица. Очень сухо. Реально как в Африке. Ты ощущаешь сухо. Здесь просто никакой влажности. Здесь очень сухо. Вот здесь даже в воздухе что-то, как после песчаной бури. Вот это я попал. Фу, тут еще жарче. Тут есть даже домик какой-то африканский. Фу, ну здесь очень жарко. В Сахаре добывали воду. Вот это колодец, который достигал 70-120 метров в глубину. Воду поднимали с помощью силы скота. В данном случае скот у нас мальчик. Камероны сразу, джунгли. Кайф. Вообще, когда мы сейчас вот здесь, Камерун. В джунглях, я в таких джунглях, что просто охренеть. Я могу говорить, а лучше слушать можно звуки. Плюс у меня еще ощущение, что... Нет. Блин. Мне кажется, я потерялся. Ну, африканские жучки. Вот такие камерунские домики. Ну и теперь полное ощущение. Вот она, камерунская природа. Офигеть! Что так сделали, что если не пройдешь здесь, вот по такому мостику, можно пройти по камешкам, держась за поручень. Ну вот это злюка, конечно. Это растение из Камеруна, которое способно расти только в такой влажности. Наш следующий пункт – Антарктида. Вот где я в Антарктиде. Здесь очень холодно. Цена в этот музей всего лишь 16 евро. Но вообще ничего. Так. Вот так выглядели, видимо, научные здания. Здесь вещи, пол, здесь все приближено к реальности, как они жили. Следующий интерактив – это мы поднялись по круговой лестнице на самые облака и сможем наблюдать Землю. Вот буквально, это земной шар ночью. Как планета светится ночью? Тут что-то должно быть интересное. Офигеть! Климат тропический. Здесь даже запах сырости. А классно пляжа.
Здесь даже есть церквушка сама. Вообще, да. Выглядит как католическая. Но здесь мне нравится больше. Осторожно, акулы. Здорово. А у тебя цвет другой. Аляска. Да? Нельзя, кто больше 60 килограмм. Вот это, наверное, китовая запчасть. Все эти люди, которые работают на буровых вышках, буровых нефтяных судах, все, кто устанавливают вот такие вот электрогенераторы, в Европе их прям валом. Круто. Ну что я могу сказать? Немецким детям везет.